Доме Советов РСФСР состоялось вручение государственных премий Российской Федерации 1980 года в области литературы, искусства и архитектуры. Выступая перед вручением награжденным дипломов и почетных знаков лауреатов, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, председатель Совета министров РСФСР Михаил Сергеевич Соломенцев отметил, что в талантливых произведениях молодых мастеров и деятелей культуры старшего поколения нашли достойное отражение замечательные дела наших современников и наше героическое прошлое. Среди лауреатов архитектор Олег Горячев, дирижер Вероника Дударова, поэт Расул Гамзатов, писатель Александр Чайковский, художник Александр Либеров. Новых лауреатов государственных премий РСФСР поздравили председатель правления Союза писателей Российской Федерации Сергей Михалков, секретарь правления Союза кинематографистов СССР, народный артист СССР Всеволод Санаев, председатель правления Союза композиторов РСФСР Родион Щедрин.